estoy bailando, bailando, Trata la madre ser, porque mi cintura, ayuda, раз и два, три и четыре, и контролар, mi cintura, Вот, вся связка, как вы видите, мать моя женщина, на слова. Почти ничего здесь другого нет, редко-редко, когда бывает именно больше ритм, чем слова. Я старалась это тем, как я считаю, проиллюстрировать, да, срываясь периодически на цифры, это я не от шизофрении делаю, а потому что действительно так важнее. Иногда в некоторых моментах важнее попадать в слова, а в некоторых там на самом деле просто слова с общим ритмом, со счетом совпадают, и там проще считать именно по цифрам. Ну и там пару раз это какие-то битики или бэк-вокальчик какой-то. Вот, то есть музыкально, ну смотрите просто основное видео, я, наверное, еще сниму дополнительно новенькое. А так в целом все видно, как оно танцуется. Наверное, на этом все с этой связкой. Пожалуйста, разучивайте, если хотите разучить попристальнее, или если вы понимаете, что вот вы смотрите видео и сидите на диване, и ничего не делаете, ничего не мучите, а хотели бы, и вам нужно руководство, записывайтесь на занятия по скайпу. Вот, зря, наверное, я снимаю это только на русском, потому что с удовольствием бы провела эти занятия на английском тоже. Надо будет следующую обучалку попробовать снять двухязычную. Ну это уже все, пошли мысли вслух, все, пока, спасибо.